Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на YouTube-канале проекта GadgetImho, youtube.com/gadgetimho. Сегодня у нас фотобитва Xiaomi Mi Note 2. Это флагманский смартфон, элита, так сказать, от Xiaomi. Против Canon EOS 700D. Это камера полупрофессиональная, собственно, которую снимаются все обзоры. Давайте посмотрим, сравним, как проявит себя смартфон Mi Note 2 против Canon. Итак, поехали. У нас сегодня 17 раундов. Для тех, кто приобретает Xiaomi Note 2 на AliExpress или подобном магазине, рекомендую воспользоваться сервисом Letyshops. Такой сервис есть, letyshops.ru, который возвращает часть денег, которые вы потратили, вам обратно. Очень удобно. Зарегистрироваться очень просто. Бесплатная регистрация. Выбираем удобную соцсеть. Вот и вся регистрация. Просто ткнуть на кнопку. О, у меня уже 318. Я тут на Gearbest'е затарился недавно. Так, ну, сходим на AliExpress. Почему на Gearbest тарился? Потому что PayPal принимает. AliExpress, по-моему, не принимает PayPal. Вот, идем в Алишечку, там цены чуть-чуть поинтереснее, чем в Gearbest, на самом деле. Вот, перейти в магазин AliExpress. Вот у меня кэшбэки, вот Gearbest там. Взял мелочевки всякие, которые у нас в 3 раза дороже стоят. Вот, набираем Xiaomi Mi Note 2 в мобильные телефоны. Цена, нам нужна хорошая цена. Вот Dreamy, Goldway. Вот у Goldway приблизительно плюс-минус там 1-2% от средней цены всегда, вернее, от хорошей цены, там от минимальной. Вот идем. Существует несколько версий. Сейчас еще одна версия на 6 гигабайт вышла, буквально недавно в новостях было. Но вот 4-гигабайтовая, которая у нас на рынке присутствует, она стоит вот от 22-223. Ну, вот если брать, да, стандарт цвет, то получаем цену черный цвет, единственный доступный, 22 223 рубля 18 копеек. 5% от этой суммы придет вам обратно через кэшбэк. Ну, по крайней мере, кэшбэк так говорит. На самом деле, я вот в Гире затарился сейчас опять, да? Мне пришло чуть меньше, чем 5%, хотя там в Гирбесе тоже было 5%, но тем не менее, я рад уже даже тому, что пришло. То есть, мне опять я там что-то накупил, опять могу очередной чехол для телефона купить, потому что отвалилось снова деньжат. Это очень прикольно. Ну, если по-честному, вот 5%, да, считать, то получается 223, 10% это 2 223 рубля 2 222, ну а 5 это половина 10%, это 1110 рублей. Ну, грубо говоря, покупать телефон, еще отнимать от него 1110 рублей, потом эти деньги можно вывести из Letyshops и купить еще что-нибудь себе. Так что пользуйтесь, очень удобный сервис. Первый раунд. Слева Xiaomi Mi Note 2, справа Canon EOS 700D. Кадры плюс-минус одинаковые, по крайней мере, то, что я сейчас вижу. Единственное, у Canon чуть-чуть желтее кадр и небо чуть темнее. Ну и область, собственно, парковая тоже темнее, здание темнее. По цветам они плюс-минус похожи, я бы даже сказал, практически идеально совпадают по цветам, что является несомненным плюсом в сторону Mi Note 2. То есть цветопередача, алгоритм получения цвета со сцены для каждого элемента, ну, замечательный, грубо говоря, да, как у полупрофессиональной камеры. Далее, детализация в небе весьма хорошая у обоих, перегиба в цвете нет. Чуть светлее кадр Xiaomi и чуть темнее кадр Canon. Ну, скажу так, разница по засветке плюс-минус 5-7%, поэтому, ну, критических ошибок нет. Я кадр с Mi Note мне больше нравится, но я здесь поставлю честное равенство, потому что, ну, плюс-минус одно и то же, грубо говоря, 0-0. Второй кадр. У Xiaomi чуть более пересатурированные цвета. Здесь у Canon они более спокойные. Да? И, соответственно, пересатурированные цвета вот здесь вот на краях лепестков. Вот здесь, например, вот в этом месте нет пересвета, а здесь уже вот побежали, почти пересветили. Вот здесь, да, то есть практически белый цвет у цветка, а у Canon здесь такой розоватый. Вот здесь тоже белый. А что у Canon? У Canon, ну, чуть-чуть розовый. Грубо говоря, плюс-минус одно и то же, тем не менее, кадр Canon я бы предпочел,
потому что мне он нравится больше, у него запаса больше динамического. Соответственно, я ставлю 0 Xiaomi и 1 Canon. То есть счет 0-1 в пользу Canon. О, кадр интересный достаточно. Вот смотрите, пасмурная погода, да, серый цвет якобы, да, небо одинаково серое, но тем не менее у Xiaomi оно чуть более кажется голубым, у Canon оно кажется более серым, теплым. Ну, в общем, как будто у Canon кадр просто немножко медом помазан. Проверим, да, какой серый все-таки честнее, потому что на глаз, глаз может немножко, ну, как бы искажать реальность, он может приписать сюда синего, хотя синего здесь нет, из-за того, что он аппроксимируется по вот этому серому, в котором, допустим, присутствует желтый или красный. Ну, проверим, вот у нас раунд номер 3, закрываем, идем в Photoshop. Раунд номер 3, Photoshop, открываем. Сейчас просто пипеткой пробежимся и проверим. Так, значит, в синий уходит у Xiaomi. Действительно, в синий, глаз не обманул. Ну, насыщенность цвета где-то, ну, сколько здесь? 15%. А у Canon? О, у Canon точнее цвет. Вот он серый. Насыщенность там 5%, да? То есть, все-таки Canon оказался точнее. Вот этот медом помазанный кадр оказался точнее. Счет становится 0-2 в пользу Canon. Дальше. Опять пересатурированная трава. Что такое пересатурированная? Saturation с английского слова насыщенность, да? То есть насыщенность цвета в кадре Xiaomi выше, чем в кадре Canon. Соответственно, допустим, опять же, Photoshop запустим, покажу, что это означает. Четвертый раунд. Если возьмем кадр Xiaomi и чуть-чуть ему убавим насыщенность, то получим кадр Canon. Вот я убавляю, да, убавляю. Но где-то здесь, да, чуть у Canon желтее трава. Но тем не менее, вот если привести кадр Xiaomi к кадру Canon, получится вот такая картинка. Вот, да, превью, не превью. Превью, не превью. Вот, что делает Xiaomi? Он немножко насыщает лишним цветом. С другой стороны, по оттенку они, опять же, почти похожи, но у Canon, я бы сказал, ну, слишком желтого много. На самом деле, трава, как у Xiaomi, все-таки, да, он немножко перенасытил ее цветом, но по оттенку зеленого у Xiaomi трава честнее. Поэтому здесь честнее трава, но перенасыщена, здесь менее насыщенно, более честно, но по насыщенности, но по цвету нечестно. Поэтому я здесь оставлю равенство счет. Оставлю 0,2. Следующий кадр. Улица. Улица с контрастным освещением. Ох, как не любит Canon контрастное освещение. Еле-еле облака видны. У Xiaomi чуть лучше в этом плане. То есть вот это место у Xiaomi видно. У Canon оно уже размылось, грубо говоря. Опять же, чуть теплее кадр Canon, чуть холоднее кадр Xiaomi. Здесь я отдам все-таки предпочтение Xiaomi, как бы мой внутренний голос не говорил, что Canon это же профессиональная камера, а Xiaomi это же телефон. Тем не менее, Xiaomi оказался, ну вот, лучше, потому что больше информации в кадре, соответственно, это самое важное. Важный момент, да, когда на гаджет МХО в очередной раз выходит фотобитва, например, с Canon, часто сейчас в последнее время он как референсно используется, то не надо воспринимать это близко к сердцу, как будто, ну все, значит, Canon нужно выкинуть, потому что Xiaomi иногда его побеждает. Мы рассматриваем один единственный сценарий. Сценарий быстрого фотографирования при настройках по умолчанию. Достал из кармана, сфотографировал, пошел дальше, или поехал дальше, или полетел дальше. Только такой сценарий. Постановочные фотографии с выкручиванием там ручных настроек — эта ситуация не про текущий видеообзор. Здесь только один единственный сценарий. Достал, по-быстрому сфотал, пошел. То есть настройки по умолчанию, никаких накруток, что показывает Canon, что показывает телефон. В данном сценарии, только в нем, телефон вот в этом кадре оказался лучше. И все выигранные телефонами фотобитвы против Canon — это лишь тот сценарий, который я описал. Почему выбран этот сценарий?
Потому что основную часть фотографий, там 99 из 100 фотографий, вы делаете именно согласно этому сценарию. Вы показываете их потом друзьям, хвастаетесь, выкладываете в Инстаграм, ВКонтакт, там Фейсбук, Одноклассники, куда угодно. Но делаете вы их не с помощью ручных настроек и долгого вылавливания сцены, да, вы делаете это просто достал, щелкнул, пошел, иначе просто можно все пропустить. Поэтому этот сценарий сейчас является в повседневной жизни основным. Опять же, в студии, конечно, такая тема не прокатит. В студии берется камера, хотя бы вот Canon EOS, и выставляется таким образом сцена и освещение, чтобы получить максимум, да, то есть тестируете, так сняли, так, получилось, не получилось, хуже, лучше, но делается с помощью все-таки техники, предназначенной чисто для фотографирования. Поэтому не стоит близко к сердцу принимать такой оборот, когда, допустим, Mi 5C выиграл у Canon, там просто с колоссальным разрывом, он реально во всех вот этих вот сложных условиях и быстром фотографировании, он просто уделал Canon просто как мальчишку. И, соответственно, многие такие: о, там, типа, ты дурак, там, да, ты что-то какую-то чушь несешь. Но я скажу на это один ответ. Этот сценарий мы рассматриваем только в контексте быстрого фотографирования. Все. Для постановочного не годится такой сценарий. То есть другие совершенно были бы результаты фотобитв. У Canon стекло другое, да, линза другая, соответственно, другие эффекты. У Xiaomi, у любого другого телефона, там линза в 10-15 раз меньше. Соответственно, совершенно по-другому геометрия сцены выглядит. Чуть-чуть менее правдивая, как у Canon, в отличие от Canon. Соответственно, берите это в голову и держите до конца фотобитвы, что мы делаем быстрые снимки и смотрим, как при быстрых снимках быстрая ориентация, быстрая, так сказать, разведка вот, справляется с текущей сценой. Все, поехали дальше. Счет у нас становится 1-2. Вот здесь выиграл Xiaomi. Дальше едем. Опять же сцена с перенасыщенной травой. Одинаково по цветам. Плюс-минус. Здесь просто ярче кадр. Но трава здесь перенасыщена. То есть здесь косяков нет. Здесь косячочек такой вот есть. Поэтому счет становится 1-3. О! Какой интересный кадр. Canon на этот раз показал. Помню, на предыдущей фотобитве он просто вот эти вот наклейки потерял. Здесь они присутствуют. Далее посмотрим, что у нас по высветам. Здесь все норм. Здесь норм. Здесь холодный зеленый. Здесь теплее зеленый. Здесь теплее зеленый. Здесь холоднее зеленый. Ну, скажу я вам, оставлю я счет 1, сколько? 3. Оставлю 1-3, потому что, ну, различие там 3-4%, ну, это не критическое различие. Все-таки здесь детализация сохранена, все объекты видны, плюс-минус то же самое. 1-3. В пользу Canon EOS 700D. О, хороший кадр. По цветам плюс-минус равно, по яркости Canon ярче. Вот интересно, да, ситуация? Где-то Xiaomi делает ярче кадр, где-то Canon делает ярче кадр. Что в результате? Ну, здесь вот чуть-чуть теплее, но не настолько сильно прям. Оставлю счет 1-3. Вот 1-3 здесь такого. Хотя нет, стопе. Стопе. Вот здесь вот зеленое дерево, смотрю, оно уже в салатовый стремится. Здесь оно все-таки более натурального зеленого цвета. Не. Все-таки здесь мы отдадим предпочтение Xiaomi. Mi Note 2. Потому что разница по освещению незначительная. Это как в самом первом кадре, когда я говорил, что здесь темнее чуть-чуть, но я оставил разницу, потому что это темнее очень быстро и без потерь вытягивается до этого. И здесь, соответственно, то же самое. Вот это темнее чуть-чуть быстро превращается вот в это темнее. И все-таки, ну, цвет деревьев честнее у Xiaomi, поэтому счет становится 2-3. Все еще в пользу Canon. 2-3. Ну, здесь плюс-минус одно и то же, но... Плюс-минус-то плюс-минус, но смотрите, вот здесь пересвет пошел на этой планке. Здесь тоже нету планки, здесь она есть все-таки еще у Canon. По цветам одно и то же, по оттенкам. Ну и здесь все похоже. 2-4, Canon победил здесь. Все-таки он не потерял вот эти элементы, здесь у Xiaomi их уже нет. 2-4. Опять этот кадр ярче, этот темнее.
Этот чуть холоднее, этот чуть теплее. Ну, ошибок нет, никаких фиолетовых перегибов, там, или красных, или зеленых, или синих. Все плюс-минус одно и то же. 2-4, оставлю счет. Xiaomi Note 2.2, Canon EOS 700D4. Вот, туннельный тест. Туннельный тест, как обычно, Canon провалил. Xiaomi вытянул, все нормально. Облачко видно, небо, здание видно. 3-4 счет становится в пользу пока еще Canon. Хороший кадр. Хороший кадр. Не такой бледный этот коридор и не такой желтый. Не такой желтый, поэтому они оба ошиблись по пересветам. Кстати, вот смотрите, Canon-то здесь получше отработал. Видны ободки, здесь их не видно. То есть компенсировалась ошибка неправильного баланса белого у обоих. Но все-таки информации больше у Canon. У Canon, да, да, больше у Canon информации. Соответственно, я все-таки сделаю еще 3-5 в пользу Canon. Хорошо вот здесь поработал Xiaomi, тем не менее не дотянул до качества баланса белого у Canon. Но лампочку-то он вытянул, а Canon лампочку потерял. Нет информации. Нет, вот хоть ты тресни, вот этого вот размыва у Canon нет. Соответственно, давай до свидания, хоть идеальные цвета, но, простите, нет информации. Поэтому 4-5. 4-5 в пользу Canon. О, какой зеленый у Canon коридор. Коридор на самом деле вот такого цвета. Даже еще чуть на 3% теплее. У Canon просто колоссальная ошибка. Он просто зеленым залил. В салатовый стремится цвет стен. Нет, он такой вот яичный. 5-5, ребята. Догоняет Xiaomi Note 2 Canon EOS 700D. Опять ошибка. Опять ошибка, вот этот цвет еще чуть на 3% теплее. Этот цвет коридор специально ходил, проверял, вот глазами реально смотрел. 6-5. Xiaomi Note 2 в помещении уделывает Canon EOS 700D. Вот вам и результат. Ну и та же самая история. Та же самая история. Тепленький желтый, зеленоватый желтый. И ушел Canon. Ну, понятно, что размытие фона у Canon лучше, но вот многие скажут, а типа телефон Гуана, да, потому что у него вот такие вот размытия не получаются. Но я на это могу сказать следующее. Да, у Canon линза блеск. Блеск, но Canon в карман не засунешь и не побегаешь с ним, да, и не походишь на работу. Вот его минус, да, то есть этот минус компенсируется отличной линзой. Соответственно, вот вам. Смотрим по цветам, по яркости, по точности. Пожалуйста, здесь... А, вот 6-5, да, был счет. Я здесь все-таки балл не отдам. Xiaomi, почему? Вот смотрите, красноватый пол. Вот эта плитка, она серая, как у Canon. Но стены, они вот такие желтоватые, как у Xiaomi. Поэтому оставлю счет 6-5 в пользу Xiaomi Note 2. Все, 6-5. 6-5, интересное кино. То есть получилось, что чуть-чуть в быстрой съемке Xiaomi Note 2, флагманский телефон, оказался лучше, чем средний по бюджету Canon EOS 700D. Это не очень современный фотоаппарат, я вам скажу. Это фотоаппарат 2012-2013 года. Всему уже 5 лет в обед на рынке. Тем не менее, это техника, которая обновляется не каждый год. Техника, которая обновляется раз в 5-10 лет. Поэтому считайте, что он предфлагманский. В средней ценовой категории. Ну, Xiaomi Note победил. С этим я ничего не могу сделать. Второй, конечно же. В быстрой съемке, не в профессиональной съемке, а в быстрой съемке, в полевых условиях, где вам нужно сделать быстро кадр, побежать, сделать еще кадр, еще побежать и так далее. Он дает больше информации, чуть более качественный в итоге получился. Надеюсь, данный обзор фотовозможностей Миноута был полезен для кого-то, кто собрался купить. Обзор самого телефона в следующем видео, соответственно, смотрите. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. С вами был Алексей Добровольский. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.